Детский парк – одно из любимых мест отдыха для многих горожан. На фоне других зеленых зон, в которые вдохнули новую жизнь, он с годами морально устаревал и ветшал. Сегодня парк с первых шагов производит удручающее впечатление. Одна из входных зон встречает вас пакетами с мусором. Внутри облупившаяся от старости скульптурная композиция. О реконструкции парка говорят много лет. В 2021 году даже появился проект планировки территории. Он предполагает кардинальное преображение зоны отдыха. Масштабную высадку деревьев и кустарников, появление современных детских и спортивных площадок, благоустройство пешеходных дорожек и многое другое. Год назад вдохнули новую жизнь в стадион. Там появились два мини-футбольных поля с искусственным покрытием, обновленные беговые дорожки и трибуна, зона с тренажерами. Место пользуется популярностью у сторонников ЗОЖ. Даже в 30-градусную жару здесь гоняют мяч и занимаются спортом. Второй этап реконструкции называли более масштабным. По факту в парке преобразился лишь небольшой уголок на пересечении улиц Астраханской и Рабочей. Здесь появился детский памп-трек, зона воркаута. Вот эти конструкции по проекту планировки – летняя читальня и парковый кабинет с кинозалом. Вдоль дорожек посадили новые деревья и кустарники, однако их внешний вид оставляет желать лучшего. К зонам безопасности памп-трека тоже есть вопросы. Они неравномерно засыпаны песком, видны островки щебня. Здесь при падении ребенок гарантированно получит травму. Еще не везде убрали оставшийся после реконструкции мусор. Из асфальта торчит какая-то труба. Рядом тоже непонятное нагромождение проводов. Большая же часть детского парка – это наслоение советского прошлого и постсоветского времени. Разбитые дорожки, плитка разных эпох. Здесь современный фонтан соседствует с фигурами из 80-х. А вот эта конструкция на детской площадке помнит поколение малышей еще конца 60-х, начала 70-х годов. В парке довольно грязно. Много больных деревьев, на газонах встречаются трупы голубей. Обветшалая библиотека. А вот от этой баскетбольной площадки родители отгоняют малышню. «Не подходи, поранишься». Ждать ли преображения остальной части парка и сколько лет пройдет, прежде чем планы станут реальностью?